Знаешь, почему тебе мало денег? Это не потому, что ты мало работаешь или у тебя маленькая зарплата. Все намного проще. Это потому, что ты не несешь ценность в этот мир. Для того, чтобы зарабатывать больше, получать больше, нужно и отдавать больше, соответственно, в этот мир. Бизнес – это просто гипотеза. То есть он может работать, может не работать. И люди, которые занимаются бизнесом, и у них ничего не получается, сталкиваются с различными проблемами, с различными затыками, с различными ситуациями. А это происходит потому, что у них есть ограничивающие убеждения в отношении жизни. Например, в детстве папа с мамой говорили мальчику, что деньги – это грязь, деньги – это не самое важное в жизни. Потом этот мальчик вырастает, ему 40 лет, а у него ничего не получается. Он делает действие, у него не получается. Он делает действие, у него опять ничего не получается. Он пытается, старается, запускает бизнес, прогорает. Запускает новый, опять прогорает. Работает в ноль, может быть даже в минус, теряет. А все потому, что когда-то в детстве ему внушили, что деньги не важны, что деньги – это грязь. И подсознательно, на подсознательном уровне, у него работает эта программа поведения, и он неосознанно делает все, чтобы избавиться от денег, чтобы они к нему просто не попадали. А если они к нему попадают, он от них избавляется. Поэтому, если ты узнал себя, то знай, это программы поведения, негативные установки и убеждения, которые без твоего ведома внушили тебе с детства родители, общество, учителя. Но хорошая новость в том, что от этого можно избавиться. Поэтому ссылка в описании. Проходи, читай и записывайся на консультацию.